С начала 2015 года в Самаре зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием трамваев. Один человек погиб, 15 получили травмы различной степени тяжести. Плотное взаимодействие между госавтоинспекцией и трамвайно-троллейбусным управлением должно помочь в решении этой проблемы. На встрече с исполняющим обязанности начальника ГИБДД водители трамваев могли задать вопросы и высказать свои предложения по оптимизации дорожного движения и профилактике аварий. При этом не должно создаваться помех для движения трамвая. Да? Однако в настоящее время водители заезжают на трамвайные пути даже при свободном правом крайнем ряде, да? и создают помехи для движения трамвая. Трамваи простаивают в автомобильных толпах. В таком большом городе, как Самара, к сожалению, не везде можно оградить и выделить трамвайные пути, чтобы легковые авто не могли заезжать на рельсы. Но работа в этом направлении активно ведется. На некоторых улицах, как, например, проспект Ленина, трамвайные остановки обнесены барьерами, и эта практика должна продолжаться. Сегодня есть у нас рекомендации вот с Главного управления МВД России по поводу обустройства именно трамвайных остановок. Сделать так, чтобы, по крайней мере, в местах посадки и высадки пешеходов у нас были соответствующие барьерные ограждения, чтобы пешеходы и будущие пассажиры трамваев, да, они шли по четко выделенной, во-первых, да, сначала по пешеходной дорожке, далее они вот попадали на остановочную площадку. Одной из причин аварий на дорогах по-прежнему являются нетрезвые водители. С 1 июля ужесточилось наказание для тех, кто повторно сел за руль под градусом. На сегодняшний день уже возбуждено 142 уголовных дела. Преступникам грозит штраф до 300 тысяч рублей, общественные работы или заключение под стражу сроком до 2 лет. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.